Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самоед. И то, что это технические похождения, это Майнкрафт, это третья комната моего завода, и это два бойлера высокого давления и три турбины. Для всего этого нужна сталь. Вопрос, откуда я ее взял, если еще в прошлой серии я мучился с этим? Также у меня в руках 16 промышленных двигателей. Паровых, которые тоже требуется сталь. А здесь 6 электролизеров. Сталь им не нужна, но нужно много других ресурсов. Так пойдемте же в мою комнату и посмотрим, как нам можно делать стальные пластины. Стальная пластина. Вот она. Нет, это из Рейлкрафта. Делается либо из стального слитка Грехтеха, либо Рейлкрафта, либо Тиндерс Констракта. А стальной слиток Тиндерс Констракта делается, ну, не в курсе, вот по такому рецепту. Вы понимаете? Сурик и два закаленного железа. Получаем сталь. При этом сурик тратится только чуть-чуть. Так я наделал огромное количество стали. Сделал все то, что вы там видите, а электролизеры просто сделал за кадром. Потому что там достаточно много компонентов. Я решил, что будет не очень интересно делать. Вот такой рецепт. Он нормальный, он приемлемый, но достаточно долго все это делается. Все нормально здесь. Просто я оставил железо перерабатываться в закаленном, я переработал почти все. И на данный момент электролизеры занимаются переработкой бокситовой пыли, которая у меня навалом, и уже в ближайших сериях я собираюсь делать доменную печь, но не в этом. Это, а может быть еще и следующая серия, будут посвящены моду Steve Cards, который, насколько помню, у меня стоит. Также, именно строительству фермы резиновых деревьев с помощью этого мода. Сжатый воздух, как вы видите, можно перерабатывать в пустые капсулы. Если посмотреть, у меня вот 442 алюминиевой пыли, боксит тоже поубавился. И теперь меня интересует, есть ли у нас рельсы. Так, а если они называются тракс, то, к сожалению, у нас нет ни того, ни другого. И это вызывает некоторые проблемы. Потому что, если мы посмотрим, то обычные рельсы делаются вот по такому рецепту. Ну, вот в этом ничего страшного, стандартный рельс. А вот эту делается с помощью криозота. А для криозота нужна специальная печь. Это слишком долго. Поэтому мы посмотрим укрепленные рельсы. А каменная штука делается простейшим образом. Это арматура. Ничего особенного, просто прокат листа. А вот эти рельсы делаются из... Мне не нравится. Из обсидиана и стали. Обсидиановой пыли и стали. В прокатном стане опять-таки. Значит, нам нужно 4 поршня. Лучше сразу 2 прокатных стана сделать. Что нам еще нужно? Роллинг машин, 4 поршня, 4 железа, в нашем случае 8. И у нас есть стол для крафта? Нет, значит просто доски. Ну, в каком-то количестве. Поставим. Кладем сюда. Сюда.
И вот так. И мы получаем прокатный стан. Две штуки. Потом нам требуется, у нас осталось еще сталь. Нет. Сталь у нас только пластины, поэтому сейчас вы увидите действенность этого рецепта. Возьмем, допустим, 4 стака. И сразу возьмем обсидиановую пыль, которая у меня, я уверен, есть. Да. И... А, ну да, арматура тоже сталь. Далее сделаем сурик. Сурик сюда, минимум строим. И получаем сталь. Вот так. И получаем сталь. А, если сталь из тиндерского абстракта нельзя переработать в ролик машин. Опа, мне все ли кончилось. Прикол. Я уже одно месторождение выработал. Или может просто это место загрузить надо. В общем, я ставлю на паузу и узнаю, что там происходит. И мы продолжаем, уважаемые зрители. Вы не представляете, сколько времени пришлось потратить на то, чтобы найти новое месторождение. Старое было полностью выработано. Но теперь бензин идет. Более работают, и все довольны. И теперь мы можем продолжить производство. Точнее, поставить сюда два прокатных стана. Как раз для них свободное место есть. Они сразу наполнились. Вот как-то так. И вот так. И вот так. Укрепленный рельс. Все. А здесь мы сделаем чуть-чуть арматуры. И как только у нас будет готова арматура, мы сделаем сейчас каменные штуки. Потому что камень у нас есть. Булыжник копится. К сожалению, булыжник копится. Каменная половинка. Мы получаем такую штуку. Кусок каменная шпала получается. Вот, спасибо. Мне, на самом деле, больше не надо. Куда столько? Далее каменная. 24 каменные шпалы. Потом получаем. Тяжело перевести. Много каменных шпал получается. И вот так. 3 стака укрепленных рельсов, плюс еще 44 осталось. Я сделал даже больше, чем требовалось. Это кидаем сюда. Это сюда. И теперь начинаем уже. Карт ассемблер. Первая машина, которая нам нужна. Ассемблер. Я такую не наблюдаю. А вот. Железо, камень, Simple PCV. Это золото, красная пыль и железо. Красная пыль. Железо. Нет, не паленое, обычное. И золото. Вот так. Делаем. И все это продолжится, конечно, в следующей серии, но в этой я физически не успею сделать все это. 16 символ по себе. Потом камень. И вот как только я сделаю эту машину, так, как она еще делается? Значит, она делается вот так. Здесь камень. В общем, ладно, я сейчас сделаю. И все. До свидания, уважаемые зрители. С вами был